стрелковое оружие в это время группа захвата ведет бой из... Заключительный этап военных сборов и учений территориальных войск в Полоцком районе. Командно-штабные учения максимально приближен к реалиям сегодняшнего дня. По сценарию на КПП на выезде из Полоцка в направлении деревни Захарничи произошла диверсия. Террористы захватили пункт и заложников для провоза взрывчатых средств, оружия и боеприпасов. Террористы осуществили захват КПП и заложников. Они разоружили сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. Вскоре в боевое столкновение подключаются белорусские военнослужащие территориальных войск, оперативно отрабатывая захваченный объект с находящимися внутри людьми. Военнослужащие территориальных войск уничтожают террористов. Освобождают заложников. МЧС, РОВД, бригады скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативная и конвойная группы впоследствии после ликвидации террористов активно подключаются к работе по нормализации обстановки в регионе. У нас пройдет этап показного занятия на практической работы КПП на выезде из города Полоцка в направлении Захарнич. После этого личный состав участников сбора будет перемещен на Богатырскую школу в район одного из сельских исполнительных комитетов, где будет на учебной точке показана работа отрядов народного ополчения. И завершающим итогом данного занятия сборов будут показные занятия на объекте территориальной обороны, непосредственно у нас, это железнодорожный мост. Кроме демонстрации практических навыков в ходе командно-штабных учений, присутствующим также продемонстрировали работу пункта управления, а также имеющуюся учебно-материальную базу Полоцкого района на случай проведения подобного рода сборов. Антон Лещенок, Сергей Залынский, телеканал «Звезда».